Это не очень выгодная позиция, чтобы хорошо устроиться. Это наоборот, выход из зоны комфорта какой-то, да, мы видим. И вот в этом надо прилагать усилия, от этого надо вдохновляться всегда. От таких преданных, которые готовы идти на все ради Кришны, чтобы проповедовать, воспевать, читать священные писания, Бхагаватам слушать. Вот. Мы прилагаем в этом направлении усилия. И для этого надо выйти из зоны комфорта. Чаще всего служить преданным — это обязательный выход из зоны комфорта. Потому что совершенно преданные не нуждаются в том, чтобы им служить. Но есть преданные, которые нуждаются, которым можно помочь. И это обязательно жертвовать чем-то нужно будет. Но когда вы начнете это делать, вы войдете в зависимость от Кришны. На самом деле это самое совершенное положение, которое ждет вам буквально, ждет вас вот в недалеком будущем, как только вы рискуете, что-то делаете ради Кришны, ради преданных миссий, Кришна вас обеспечивает внутренним состоянием защищенности, комфорта и блаженства. Он все это дает тут же. Вот. И преданные поэтому не могут жить без этого движения. Они ждут, чтобы еще можно сделать для Господа, для миссии, чтобы еще. Они просто как голодные всегда. Потому что этого всегда не хватает. Насытиться этим до конца нельзя, это наркотик. Кришна према — это самый удивительный наркотик. И ради наркотика мы идем на все, потому что это вечный наркотик. Потому что в этом наркотике заложены наши отношения с Господом. Вечные, удивительные. Там мы возвращаемся к своей вечной жизни. Там решаются все проблемы абсолютно. Там ничего не беспокоит нас, ничего не ранит. Там только новое, всегда более концентрированное счастье, более глубокое осознание любви Господа. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-самкиртаной на Валберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гита около 7 тысяч уже люди выкупили за 1.5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны, и давайте распространять книги вместе.